Здравствуйте, добрый день, уважаемые блогеры. Сегодня 16 число, 16 июня, город Пермь, блогер из Перми, Бессонов Алексей Борисович. Вот вчера вот по ТВЦ опять Пушков проехался по Марату Александровичу Гельману, по его выставке в Перми, по его концепции культурного развития города и так далее. Я хочу сказать, что, ну, в общем-то, мне кажется, что дана команда, дана отмашка, отмашка дана мочить, сейчас будут проверки. Наверняка возбудят там дела какие-то. Я хочу сказать, Марат Александрович, мы вас целиком поддерживаем. Почему? Вы заняты направлением протестов в искусстве, очень сложного, противоречивого, жесткого, агрессивного. И, так сказать, сегодня стране нужен протест, как никогда. Почему? Потому что, ну, очевидно же, что режим завел в тупик. Да? Они строят даже не капитализм. Если бы они строили капитализм, где в основе лежит там либеральное представление о прав и свобод, судебная система, какие-то, так сказать, условности. Они строят какой-то полу... Ну, эти все условности, феодализм и так далее, все это очень условно, конечно. Но какое-то полуфеодальное государство они строят, где в основе один человек и неограниченная власть, без экономики, без культурной политики. Да? У него нет культурной парадигмы. Чего он там... Что там? Одна идея, что Путин спас Россию. Чего он там спас? Все развалено. Поэтому ваше направление, направление протеста, оно очень нужно стране, очень нужно краю. И люди, которые говорят что-то другое, ну, отчасти просто не понимают этого. Сегодня Россия беременна протестом, да, и вот эти формы протеста самые радикальные. Вы их озвучиваете, вы их показываете в литературе, в искусстве, в культуре. И если их загонять, как в СССР в застойные годы загоняли андеграунд, да, в подполье и так далее, то рано или поздно это гнание все равно прорвет. Вспомните, как прорвали, как устраивали там квартирники и так далее, как гоняли их и так далее, как КГБ гоняло. Я же все это видел. И более того, ну ладно, это по бывшей профессии я все это, так сказать, наблюдал воочию и так далее. Поэтому я хочу сказать, что вы заняты очень нужным делом для страны. Стране сегодня, России, краю нужен протест. Как никогда нужен протест. Поэтому мы вас поддержим. Более того, я хочу предложить вам провести выставку прямо на улицах Перми. Из картона поставить такие, как бы, стеллажи, стены. И на них вывесить, так сказать, ну, может быть, не портреты, а просто одно название. Ну, слово Путин, Прутин, Тутин. Как-то посклонять и так далее. Пускай люди напишут все, что думают о нем. Прямо на этих самых... Это будет такая форма выставка, такого протеста. Прямо на улице. Тут никаких больших денег не нужно. Нужно просто картонки эти поставить, сесть там. И это такая переносная выставка. Я думаю, что это будет очень интересно и здорово. Спасибо вам огромное. Мы вас всегда поддержим. Если нужно, так сказать, в то число и проведем какие-то митинги в поддержку протестного движения в культуре. Причем не только я. Вот я сегодня с комсомольцем нашим разговаривал. Там такая же позиция. Они тоже понимают. Вообще-то современное искусство, оно во многом левое искусство, да. И Сартр породил же 68-й год во Франции и так далее. И социалистов они привели. Что там греха таить? И в этом плане вы, я вам говорил, что вы запросто можете возглавить партию, стать лидером партии, национальным лидером. Потому что страна больна сегодня, молодежь больна протестом. И загонять ее, так сказать, и долбачить, гнобить, как они сегодня делают власть, это катастрофа. Ну вот такая ситуация. Спасибо, Бессонов Алексей Борисович.